yesterday afternoon into the early evening. И вчера с обеда до раннего вечера. The monitors that we had in the vicinity of Berdyanske said the shelling was some of the most serious they've ever seen. Наблюдатели, которые находились рядом с населенным пунктом Бердянское, сообщили, что обстрелы, которые они наблюдали на тот момент, были одними из самых сильных за период наблюдения. Dozens of mortar shells flying back and forth from both sides. Десятки минометных снарядов летали из одной стороны в другую и были направлены обеими сторонами. Dozens of riflemen firing their weapons. Десятки стрелков стреляли из автоматического оружия. And artillery being used along the highway on Echo 58. И вдоль трассы Е-58 была использована артиллерия. So that's the current situation. But today, it was quiet. Only some sporadic small arms fire in the morning. Это текущая ситуация. Но сегодня было тихо, за исключением небольшой перестрелки автоматическим оружием утром. So just like you, every day we hope that continues, and we're working to make that a reality. Поэтому, как и вы, мы каждый день надеемся, что бои прекратятся и что мы сможем каким-то образом повлиять на то, чтобы воплотить мирный план жизни.